Может, стоп-старт поможет Твичу ожить? Чего он так долго ходит-то? Походил ты этими, что ты там делаешь еще? Он что там, на два фронта воюет, что ли? Так-то у него есть еще одна утопка. В принципе, она далеко. Даже очень. Аллилуйя, Твич! Твич, живи! Ванна, это ты проклял Твич. Ты пришел, и Твич умер. Негодяй такой. От тебя вообще одни беды. Сам нажрался, ни хрена не задонатил, еще и Твич погубил. Да ёмана, он же работал! Нет, это походу не мои траблы, это траблы Гудгейма. Это походу траблы Гудгейма, что Твич так ретрансляцию не хочет делать нормально. Чего он так ходит-то? Он что? Либо он решил просто потратить свой таймер и типа бэймит таким образом. Или он реально делом занят. Дошел до этого колодца и все, что ли? А дальше куда? Уволился, я так понимаю. О, наги тут оказались каким-то образом. Не воскрешается Твич. Не могу я с ним ничего сделать. Это, видимо, проблемы, может быть, даже проблемы Гудгейма или Твича. Я хер его знает. Вряд ли это уж такие траблы моего интернета. Мой интернет способен на многое, но не на такое. Он то работает, то не работает. Бедные 30 человек, которые смотрят на Твиче. Как мне вас жаль. Я бы уже психанул и пошел смотреть другой стрим.
Так, а может быть он армию передал сюда? Не мог он армию сегодня передать обратно никак? Во, только хотел написать ему. Так, ой-ой, я все равно буду долго тащить эту хреновину. Ну ладно. Так, ну что, идем за големами. Пять экспо. Доспешки сойдут. Огры. 35 огров. Блин, а если бы я взял с собой огров, то, может быть, они бы перчаточки дали. Ребра. Плюс один ХП. Плюс один мораль. Ну, такое себе. Перчатки, если только купить. А почем? По 7500 перчатки. Ну, что-то сомневаюсь, что... Ну, вообще, надо было. Да, наверное, надо перчатки покупать. Перчатки топчик. Так, далее. Вот коза. У меня кошка приперлась домой с улицы, чтобы посрать именно дома. Как это можно? Что с ней можно сделать такого? Ну, блин, есть там что? Нет там ничего. Так, ладно. Идем. Вопрос, надо ли, что здесь? Огры. Ну, вообще надо. Пилька у нас. Давай тащи это все вот так. Вот так. Дипшедоу. Заберем кого мы заберем-то? Монахов. В принципе, и кастрюли, наверное, круче. Хотя нет, не круче, наверное. 30 хп. Кочевники, наверное, топчик. Ладно, вот так, в общем. Дракенмор. Смотрим. Блин, 55 тысяч. И гидры хотят заджониться тоже за бабло. Понятно, короче. Валим сюда. Блин, я не отжал. Не отдал сапоги. Отдай сапоги, а не то я закричу. Отдай монету, а не то я рассержусь. Форест Глен. Смотрим. А, видео. Маны мало. Короче, и те хотят драться, но что поделать. Не мы такие, жизнь такая. Оставляем кочевников дома. И погнали валить их.
могу, конечно, стек сразу вырезать. Нахрена я так? Ну ладно, в принципе. Не жалко, уток жалко. Нормально так 7. Хорош. И стек изи. Как-то изи все. Вообще изи. Шалить на мух. Все. Что там, какие проблемы были? Циклопы. Фигня. 50 могучих. О, обычно. Гаргоны, там еще по снегам бежать. Че они там охраняют-то? Улик охраняют. Нахрен мне этот улик. Гаргоны тоже нахрен. Ничего там интересного не будет. Двадцать тысяч за 26 виверн. 66 демонов хотят на халяву. Блин. Картограф топчик так-то. Но я могу до замка добежать сегодня. Но в принципе вряд ли там будет что более интересное. С другой стороны, действительно. И могу завтра, к примеру, взять больше этих уток. Ну а с другой стороны, он может разбиться. Он может разбиться и вывести армию. Может разбиться, вывести армию и уже сам в центр. Вон там герой уже стоит какой-то. Реально, он может быть и в центр сам пойдет. А, тут улик. Ну, я даже не знаю. Я даже не знаю. Наверное, пешком пойдем. 8 зеленых игнорируем. Еще одни перчатки. Кстати, я купил перчатки, но так их и не надел. Ай, молодец. Так, ну тут надо поставить. Всякий случай. У меня же где-то труба была. О, данжик. Да нахрен. Даже не буду их заставлять драться. Блин. Ну, конечно, тут мясо будет. Конечно, мясо. И куда я их засуну, блин? Я думаю, мне нужна ли здесь разведка сейчас? Или же нет? Я могу, конечно, забрать улик, а могу построить сегодня ГМчик и пополнить ману, которая у меня будет 260. Я тоже так думаю. Так, а сколько у меня? 410. Надо строить тут конюшни.
Вот что я не допёр сразу. Вот это моя ошибка. Ну, кстати, пасфайт есть. 35. Палач, к сожалению. Это не по нашей части. Блин, а тебе мана, дурак, не хватит. Ну ладно. Знаете, что я забыл? Я забыл построить портал. Вот здесь. И купить ангела. Так-то стек ангелов у меня будет неплохой. С этим не поспорить. Но только стек ангелов будет у меня неплохой. Кстати, а если утка, то... Сойдет. Так, ну все. 16-2, 16-11. Ну, завтра будет еще хороший стек. Я думаю, джинов есть смысл заджонить только из-за того, что ложки смогут по снегу ходить нормально. Только из-за этого, я думаю. Хотя Теодорус вот пришел, с другой стороны. Пришел Теодорус, есть, в принципе, снежное мясо. То есть, может быть, джинов и не надо джонить. То есть, сейчас тот же Теодорус сможет забрать перчатки, забрать улик. Корониусу все. Ну, я пробью уток. Корониус у нас как раз таки сможет забрать вот это все. Правда, я вот этот улик. Ну, короче, чекнем картограф. После этого будем думать, что дальше делать. Гаргон бы заджонил, утки так бы присоединились. С какого хера? У меня утки есть. Так что не присоединились бы эти утки просто так.
Агата бы попробовал сесть погасить на морозе. Так, Интерио, ладно бы у меня был мороз, там минус 20, минус 30. А на улице уже плюс 10 у нас. На улице плюс 10, Карл. Так, но он забрал. Так, ну, в общем, он вывез отсюда армию, насколько я понимаю, и сейчас куда-то пойдет дальше. Вот вопрос, он пойдет за вот этой утопкой? Но если он пойдет за этой утопкой, не торопясь, то окей. А если он пойдет ГО ломать? Вот это будет хреново, если он пойдет свое ГО ломать. То сейчас вполне возможен будет уже контакт. Там наги. Разбился, видимо. Не знаю я его статы после утопы. Че ему дали в утопе, тоже непонятно. А у меня как-то все хреново стало. То есть я неделю назад почти начал брать утопы, начал джойнить, а в итоге что-то как-то ни о чем. Так, ну-ка, меч, щит, ребра. Ребра я где-то видел. А ребра я видел на внешнем рынке. То есть только лишь... А, вот ребра. Шлем-череп надо найти, получается. Шлем-череп нужен для АОТД. И нужен этот брелок некро для ПКН. Ну и некросом. Собственно, тоже нужен. Брелок некро в подземке я нигде не увидел. Кстати, вот герой. Он реально, походу, собирается... Да-да-да, он реально собирается брать эту утопу. Ну ладно, пусть берет эту утопу, по крайней мере, он не рвется в центр. После этой утопы он может рвануть вот сюда. Соответственно, может здесь потерять пару дней. Потому что здесь как-то ничего вкусного в итоге нету, насколько я вижу. Только вон где-то вдали картограф, но он до него не дойдет никаким образом. То есть, ладно, я сейчас вскрою верхний картограф, посмотрю, что да как. Если найду где-то здесь в снегах... Если где-то здесь в снегах найду я... Амулет некроманта или что-то... Воздушный контроль какой-нибудь, то однозначно побегу в ту сторону. Побегу. Так, где у нас там? Вот тут. Жалко, Манер не получил пасфайт. Но, в принципе, он и так хорош. Может быть, интеллект зря ему взял, конечно. Может быть, зря интеллект ему взял. Но так. Ну, в принципе, атака, защита. Тактика. Весь джентльменский набор у него есть. А, но он еще без воздуха будет. Вот еще в чем проблема. То есть он сможет додешиться только один раз. А Гриндон имеет воздух, да. Ну, статы, конечно, у меня 16-2 на Гриндоне. Ну, с... будет
18.4 ни о чем вообще. Так, а тем временем у нас еще выяснилось, что у нашей команды появилась вторая победа в первом туре. Соответственно, это как минимум уже будет ничья в первом туре. Тура 2, то есть получается будет либо очков на команду, либо нашей команде 1 очко, команде Бишопа 0. То есть если я выигрываю, то мы первый тур уже однозначно выигрываем. То есть там даже уже не нужна будет четвертая игра в четвертой корзине. Она уже ни на что не повлияет. Блин, 58 тысяч уники. Мама моя родная. Где взять 58 тысяч? А? Кто мне скажет? Ну, сейчас картограф будет, все найдем. Да, я надеюсь, найдем все. Так, отойду, пока Бишоп не доходил до конца. Он, я так понимаю, утопку эту берет. Уже взял. Ага, обзорка. А обзорка ему показала... Наверное, ничего интересного. Так, я вовремя вернулся, тут как раз уже и ход пришел. Без плюс 5 единиц. Ну, хорошо. Так, здесь все забрал. Разбился. Да, хорошая цепочка у него, однако. Забрал вторую утопу. Так, ну что, первым делом забираем. Так. Делаем визион. А, что я хотел? Я хотел построить здесь таверну, вот так. И не показывает, гад, статы. Надо в подзему идти, чтобы смотреть. И то не факт, что я увижу. Ой, как не факт. Скорее всего, и не увижу. Ангелы... Да... Гидры приджойнились! К нему приджойнились гидры. Окей.
Так, ты у нас вот так давай. Вот так. Бакус. Так. Казарма. Так, отлично, завтра хоть конюшню поставим. Так, 4000. Покупается Теодорус. Сойдет. Так, стоп. Гаргульку надо дать. Так, сколько утки? 23 000. Блин, у меня нет столько денег. У меня не будет столько денег с... Я не найду столько денег, 23 000. То есть это надо продать все и немножечко больше. Есть, конечно, один вариант. Есть, конечно, один вариант. Надо разбиться. Или ТП. Блин, вот я рак. И что мне делать? Сейчас нарачил очень сильно. Или кучу мув тратить. Или Джонни Тюток. 23 000. Я реально думаю, что можно их как-то заджойнить. Так, у меня 20 минут осталось. Но это надо как-то мне сдать все артефакты и попробовать еще... квест сдать, может быть, за него еще денег дадут. Ладно. Плохой мув, ну ладно. Надо было сразу этим заняться сначала. Я тормознул. Так. Я еще ничего не могу сделать, а Теодорус. Духу ныне у нас нету. Кстати, свиток надо будет отжать. Ну нормально, зато у меня с пасфайтом чувак будет. Зато будет чувак с пасфайтом. Так. Ай, блин! Классно, пильки ману удвоил. Ладно, у меня есть еще одна удвоялка. Так, здесь кольцо. Ну, такое себе. Здесь ничего интересного для меня нету. Ну, только доспешки, кстати. Плюс один ол, у меня нету доспехов никаких. Так, свиток инферно на золото. Вот это тоже на золото. Вот этот... Блин, шляпа за 8000. Шляпа за 8000, Карл! 8000 за шляпу!
4400, охренеть. За это 4400 говно дают всего лишь. А сколько у меня там денег? А мне все равно не хватает. То есть, если же еще вот так. Вот так. Вот так. Ну так. Да в жопу этих уток. Буду я шляпу еще продавать из-за этих уток. Конечно, сейчас. Хер вам. Хер вам, батеньки, а не шляпу. Буду я вам еще пить. Так, гуляй, рванина. 31 энергетик, шляпа, 17 фениксов. Вот это я понимаю, 17 фениксов хотят присоединиться к вам. Плюс можем цепочку порвать. Я не уверен, что дойду. Я не уверен, что дойду. 77 боевых единорогов. Гидра, корова, коты. Личи, гномы, психи. Вот две утопки есть. Монархи. А тут вообще нет нихрена. Кстати, забавно. Тут вообще только 19 алмазных охраняют проход в этот трыжак. Это забавно. О, 29 единорогов, правда, в такой жопе. Так, здесь что у нас? 13 коней, архи не хотят. Ну, короче, ни хрена тут нету. О, 90 снайперов. Вот тебе и ни хрена нету. Ну и 15 фениксов, это тоже такое себе. Жизнь становится безумной и немножко хороша. Блин, я просто, если я сейчас возьму эту коробку, я не успею убить Малькома и вернуться домой. Так, а сколько у меня? У меня 1200. 100, 200, 270, 320. 390. 490, 590, 690 вот до сюда, напротив этой горы. 690, 790, 840. То есть надо в районе 900 мувов. Плюс мне надо еще... Плюс мне надо еще... Сделать 900 мувов плюс... ТП это 1100, то есть, а по снегу, ну не x2 однозначно, поэтому по идее мне хватает.
людей мне хватает. 10 экспо, к сожалению. 1140. Окей. Не сильно рвется цепочка, но немножечко ощутимо. Сколько там? 650, 100, 200, 300, 350. Да, мне хватает убить. Единороги хотят за бабло, А эти... Нифига себе, я 17 фениксов присоединил и 7 фейриков все равно хотят драться. Нифига себе. Вот жуки. О, 6 золотых, 24 рубля хотят. Так, ладно. Так, так, сколько там? 350. 300 и убийство Малькома. Так. Окей, теперь в кастл в Кэнон. Оп. Мерест у нас. Так. Ангела. Один урок взять? Да нет, наверное. Костюмар. Блин, хоть сколько-то бы было бы круто. Кстати, я вообще могу даже... А, нет, не могу. Чуть-чуть не дохожу, несколько мувов буквально. Не дохожу. Была бы конюшня, доходил бы изи. Ну, до утопки я дойду. Так, а утки там не хотели вроде как. Ничтожные обратятся в бегство. И как раз остаются мувы, чтобы свалить. Ох, хорошая. А, нет, нехорошая. Плохо. Стоп, хорошая, трешка. Утопа. Понятно все с вами. Так. А, не хватает. Блин, два... Давай так. Кстати,
Кстати, так-то можно эликсир собрать. Можно эликсир собрать. 20 минус 13. Минус 2 морали. Кстати, медалька тоже хорошо. Тут топит обижать. Потому что больше негде мне ловить. Король. В этой утопии. Вот, кстати, тут горгонами плащик, свиток. Я думаю, ему... Кстати, можно будет найти единорогов с ГО. Ни хрена, тут ни хрена. Значит, сомневаюсь, что здесь вот тут может быть что-то вкусное на самом деле, да. Так, ну ладно, Костигар. Костигар. Так, таймер, таймер, таймер. Да, я уже не могу, к сожалению, манером выйти. Блин, надо было какого-то героя, наверное, заслать, попробовать. Он бы не дошел по снегу никак. По снегу с кочевниками лучше бы ходил. Стоп, а кочевники... Кочевники, они не дают по снегу, они только песок, как... Кочевники же только песок, а не все типы местности. Где они сидят-то? Они в мейне сидят. Передвигаются по песку, то есть они ликвидируют только по песку. Они по снег... Вообще ничего. У меня вот, у меня есть там один герой, где-то был, вот я его сейчас прокачал, вот он, Тогрим, с экспертным пасфайтом. Но опять же, пока я его доведу до этой утопки, это пройдет какое-то время. Это пройдет какое-то время.
нет ни хрена. Где он? Куда он делся-то? Тут нет. Так он свалил куда-то, что ли? Алло, а куда ты свалил-то? А! Ох, ёмана морали. Ни хрена себе он ходить. То есть он меня сейчас, по идее, спалил даже? А я на него даже напасть не могу. Да, то есть он меня спалил, но я на него даже напасть не могу. А может ли он, я тоже не знаю. Есть ли у него ДД? А, он главное палит, что есть там в этом замке, но он не палит, что на моем герое, если у него нет разведки. Он не может видеть моего героя, но он палит то, что в замке. Он видит то, что там 50 с плюсом уников. В общем, надо сейчас как-то забирать плащик. Дракона-коробка. Ну, можно Гринденом за драконами в коробку сгонять, конечно. Если на меня сейчас не нападут. Но мне как-то больше нравится пробить фейриков. То есть тупо сделать антимагию на фениксов. Фениксов 21 скорость, у фейриков там она поменьше однозначно. У фейриков 15. Антимагия на этих и забирать плащик. И вот эту хрень. Это был бы идеальный вариант, наверное. К Гринденам надо где-то разбиться. Вот сюда. Потому что иначе по снегу я замучаюсь идти. Так, ладно, надо подумать. Как я могу разбиться Гринденом сейчас? Как я могу разбиться и где я могу разбиться Гринденом? Надо поискать сейчас. Быстро причем. Действительно, надо проворачивать этот момент. Потому что на случай того, что... Сейчас давайте чекнем, кто он такой вообще. "21 эфрит, 19 чародеев, статы ни о чем". А, ну так он ни о чем вообще. Ни статов, нифига. То есть я могу даже и не париться по этому поводу. Я могу даже и не сильно париться по этому поводу. Поэтому я разбиваю вот этого сразу. Манером беру кремлина. Блин, надо ж увести все это говно. Надо ж это все говно увести. Каким-то образом. В принципе, может Корониус это сделать. Так, ладно, Манер у нас... Вот как-то так. Так. Эх, не дохожу, блин. Блин, одного мува не дохожу.
Одного мува Карл. Ну, в принципе, ладно. А, забрать вот это, если Гринденом. Есть ли смысл? Есть ли смысл? Думаю, наверное, сразу туда. Наверное, есть смысл. Наверное, есть смысл, пожалуй. Забрать сначала это все. Так, значит, вот так. Мне не хватает денег, чтобы заджойнить. Мне не хватает денег, чтобы заджойнить. И Феникса. Каких-то копеек не хватает. Шесть золотых, кстати, можно забрать. Не хочу. Есть. Тогда все. Тогда изи. Fly. Так, допустим, а с этой не будет ближе. Скажем, будет с этого должен. Да, с этого должен быть ближе. X. Нормально. Дайте воздушный контроль, а? Угу, спасибо. 343. Блин. Не хватает. Мне не хватает, чтобы напасть на него. Но тогда я иду просто джойнить ГО. Я иду просто джойнить ГО. Я иду... Так, Гриндон... свалит в самую далекую даль, куда он может свалить. Ну, допустим, в Кэнон. Кэнон. Феникс у нас еще. Так.
Блин, 200. Мне бы хватило, если бы я подумал сначала. Если бы я зашел в конюшни, то мне бы хватило. Если бы я зашел в конюшни, то мне бы хватило. Так, а ты у нас, чувак, ну, давай просто все. Чем так мало-то? А, может сделать так. 'Книга воды', я думаю, мне не нужна вообще никаким образом. Не пригодится в финалке. Нет антимагии, она единорогов, и они все развалит. Так, все. Так, сейф 1.4.2. 1.4.2. Конец. Блин, только единственная проблема у меня сейчас витамина. Манер до этой витамины не доходит? Нет, не доходит. Единственная проблема — это витамины. Кто у нас там терявший? Ищем героя просто с 2000 мулов. И все. Не найдем, ну значит shit happens. Товарищ шахтер, это главный кандидат на тебя.
нету, так нету. Ну как-то так. Можно даже было поставить сапоги резиста, наверное, но в принципе мне бояться особо нечего. Можно было, кстати, даже построить здесь даблман, но что-то я тормознул. Даже нужно было, наверное. Ну ничего нет. И вот даже если он заджонит этих снайперов, они ему уже не помогут. 100 уников ему уже не вшатать никак. Я просто следующим ходом его накрываю в любой точке мира с шаклами, 117 уников ему не вырезать никем. Один, 4-2, отличное завершение партии, жаль, начало не увидел. Зачем тебе черный шар? Не знаю, кстати, можно было и снять. Даже нужно было снять, наверное. Ну ладно. Просто реально. Ему, чтобы меня чем-то убить, нужны или какие-то магически сильные статы, которых у него нет. Или же ему надо что-то джойнить. Или ему же надо что-то джойнить, но джойнить он... Ничего сильного уже не осталось на карте просто-напросто. Просто го я заджойнил, другое убил. Вот этих уников, если только он сможет заджойнить, ну, только если так. Ну и то это не хватит. Статы у меня сильнее, плюс у Манера. А, ну, защита базы, но есть офенс. Тут просто одна антимагия на единорогов. Даже не на уток. Не на уток, а на единорогов. И все. И они все будут разваливать. Ну да, кстати, черный шар. Я зря тогда, получается, мантия равновесия. Не решает она тогда, короче. Что-то насколько прошлый ход был очень быстрым, сейчас он даже папкой и не шелохнулся. На картографе ночевать? Ну, я уже не доходил до этого картографа никак. Только если какими-то манипуляциями. Ну, это меня уже не сильно волнует. Я реально просто его накрою на следующий ход в любой точке мира. Гринден с хреновой тучей маны. Где угодно его достанет. То есть Гринден может взять любую деревню. Ну, разве что кроме Некро, наверное. Да Некро... Он может не достать.
Ну, ладно. На, держу. Блин, он же сейчас с этими магами. Ой, ё, там 12 магов. Что-то я погорячился так-то. Во, гад, как замуровался-то. А, у меня даже тупо волшебки нет. Вот это лол. Ну, если успею убежать, будет хорошо. Что-то у меня сомнение, что я смогу. Не, свалю все-таки. Или не свалю? Свалю.